Всем привет! И сейчас мы будем делать реакцию на мини-фильм по Гачалайфу «Хакер». Алиса трется о коробку пиццы. Ладно, давайте начнем. Ты выключил звук. Так, взламывает электронный дневник. Выключить, да? Да. Хорошо. Итак, получилось! Теперь я буду... Кто? Кем? Хакером? Ну, работай. Я ж нифига не поняла. Ладно, он одевается. Погнали. В школе. Привет, пацаны. Привет, Алекс. Что за девка? ХЗ новенькая, наверное. Меня кто-то взломал. Я убью того, кто это сделал. В конце эпично было. Короче, Алекс, найди этого урода, ты же хакер. Спасибо за 30 рублей. Спасибо, кида. Я не умею на уроке. Сегодня у вас новенькая. Бля, посмотри на эту женщину, господи. Смотри на нее. Какой ужас. Так вот. Сегодня у нас новенькая. Вот. Блин, посмотри на этого чувака. Он уже влюбился. Ку. Грета, мне 14. Уселась. Конец урока! Посмотри! Она начала урок. У вас новая ученица. Она пришла, села. Конец урока! Зита, когда ее уже уволят? Давай знакомиться. Отвали от нее. Привет, я Рокки, го дружить. С такой, как ты, да никогда. Не смей больше прикасаться к ней. Ты сделала неправильный выбор. Так мы будем дружить? Конечно. Я Бетти. А я Грета. Пошли кормить. Пошли покарать мир, Бетти. Окей. Лол. Пошли на крышу, короче. Юху! Они же знают, что крылья недолго работают. Бежим. Что происходит вообще? Давай сделаем вид, что ничего не было. Да, давай. На крыше. О боже, Грета, я так волновалась. Ты в порядке?
Дома у Греты. Взламывает камеру компа Греты. Окей. Окей. Там, скорее всего, музыка под авторским правом, которую она поет, да? Ну да. Потом посмотрю, что она именно пела, интересно даже. А он такой на расслабоне слушает. Уничтожил компьютер и лег спать. Утром. Поползла к шкафу. Чтоб я так в школу ходила, чуешь? Мне нравится, ты мне нравишься, тролливали. Я гей. Вот и все. И стало еще лучше. Я собака, 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 я собака. Чувак, ну реально перебор, перебор уже. Два доната подряд. С собаками. Я буду в следующий раз просто скипать, потому что уже невозможно. Она же записывает видос пытается. Так, если там спросить, а где теперь этот? Где? Ты видишь, ты синий пропустила. Что вот, я что пропустила? Это не оно. Ага, вот. Просто попрошу, ну, можно ж что-то нормальное хотя бы немножко запустить, а не я собак, еще что-то в этом роде. Короче, типа, да, мы пытаемся записать это и не выходит, потому что собаки лезут в кадр. Что-то спрашивать или там просто писать, окей. Но одно и то же, типа, реально под конец, ну, под середину стрима уже надоело. Да, короче, давайте пока дальше.
Так, на уроке. Начинаем урок, блин. Пацаны, подождите. Фу-фу-фу. Джебошила в глаз. Окей, ушки. Хватит ржать. Грета, раз такая громкая, то иди к доске. И расскажи тему. Самая сложная тема, которую даже училка не знает. Окей. Но ведь эту тему до сих пор никто не понял. Тебе неудобно. Спасибо, Алекс. Все в порядке. Обязывает, объясняет эту тему. Молодец! Вы с Алексом все равно убираете класс. Блин, что за фигня? Через 3 часа... Это ты виновата. Это ты убирай. Че сказал? Нитиго. Окей. Ну, что ты смотришь? А вот на свою будущую жену. Тебе сейчас этот веник в одно место засуну. Погнали, короче. Что за фигня? Что происходит? Окей. Будет ночевка. Здесь одежда. Я беру тебе, а ты мне. Окей. Миленько. Давай быстрее, я хавать хочу. Почему у них такая огромная кухня, ёлы-моталы? Это капец. Шо мы там копаемся-то? Да подожди ты. А, я нашла пончик. Я чё-то не понял. Вы тут без нас жрёте? Ой, мальчики, привет! Что делать будем? Конечно же, чё там? Я не увидела. Что они там делать будут? Откуда мне знать? Ты смотришь. Так, чё делать будем? Конечно же, в П или Д. Чё? Окей. Поцелуй Алекса. Ну что же, Алекс, давай почитай. Надеюсь, они нашу с тобой переписку не прочитают. Алло, можно задать вопрос? Конечно. Кого ты любишь? Блин, стрёмно как-то говорить. Ну, Бету, а что? Ничего, просто. А ты кого? Хы, Грету. Ля, так и думал. О, ты чё думаешь, умный? Чё думать умеешь? А, короче. Сделаем вид, что мы этого не видели. Йоу, у тебя такая мама приколистка. Типа, они переписку с мамой читали. На память. Спасибо. А ты чё такая красная? Ты заболела? Нет. Она просто горячая девушка. Сейчас тебе покажу горячую девушку. Лол. На следующий день. Хочу свадьбу. Она ещё даже не сказала тебе, что любит. Ну и чё? Ну подожди ещё. Ну ладно. Ты иди, а я догоню. Пришли две. Ну приветик. Я смотрю, ты хорошо устроилась. Жизнь удалась. Чего вам надо?
твоей смерти. Что за фигня? Смотри, какие у него рога. Охуенно просто. Йоу. Мальчики, вы град не видели? Нет, а что случилось? Просто мы разошлись, она так и на крыше и осталась. Где Грета? Упала с крыши. Посидела, потемнела и все. Бетти, что с тобой? Не прикасайся ко мне. Никогда. Ненавижу. Пошла мочить. Ну да, логичнее всего скинуть человека с крыши, человека с крыльями с крыши. Дома у Греты. Что-то там сегодня в школе убили ученицу, сбросив ее с крыши. Блин, теперь нельзя думать, что я умерла. О, привет, Макс. О боже, Грета, это правда ты? Разве ты не умерла? Где Алекс и Бетти? Ха-ха, вот и Бетти. Алекс, я сам не знаю, где он. Бетти, ты чего? Это же я, Грета. Я не верю, она умерла. А это тогда кто? Чисто логика баб. Макс, смотри, Грета. Это же Это не Грета. Я хочу на свадьбу. Он еще даже не сказал тебе, что любит. Грета, это правда ты? А теперь пора пообщать. Я думал, ты погибла. Если бы ты погибла, что бы я делал? Я ведь люблю тебя. И хотел спросить, ты будешь моей девушкой? Ура! Ура! Конечно! Погнали, ребят. Через полгода... На чем, на свадьбе, что ли? Сказали, что у них какие-то важные дела. Ну вот и что может быть важнее этого? Внимание, внимание! Мы закончили спасибо школу! За внимание. Ура! Ну сейчас песня. Погнали, ребят! Блин, что же они поют? Важное дело, значит. Ну, прости, что не сказала. Внимание, медлячок, лучшая пара побеждает. Пара побеждает. Ну что, принцесска, станцуем? Короче, да, орёт, орёт. Это... Танцы, шманцы, обжиманцы, короче. Выиграли Алекс и Грета. И он сделал ей предложение. Лежит слишком похоже на наш... Так и познакомились ваши родители. Это был рассказ. Так и познакомились ваши родители. Ты увидел это? Вот, как он сделал ей предложение на сцене. Так я тоже сделал. Ну, а я о чем?
А потом в конце оказывается, что это... это Бетти рассказывает их детям. Так и познакомились ваши родители. Ха-ха, лол. Как мы появились? Ясно, понятно. Ну... Вас феечка принесла. Хо-хо-хо. Да, конечно. Не слушайте тетю Бетти. Ну, а теперь... Пришло время танца. Все нафигачились, а они танцуют. Короче, понятно. Что такое жирное? Пусть опять, пожалуй, перед съемками. Окей. Норм. Окейюшки, блин, это было довольно-таки забавно вообще, сама история, хотя, конечно, довольно-таки банальная, типа, обычная love story даже, можно, наверное, поинтереснее придумать, подлиннее, но как для одного видео, в принципе, это довольно-таки интересная задумка. Да, так что... Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачки!